кончилось. Звони генералу. Хорошо. Вы меня слышите? Я на связи. Как проходит экскурсия по Парижу? Не успеваем все осмотреть. Скажи, мы на Бульварном кольце. Пусть перекроет выезд из тоннеля у Порт-Дофин. Загоним их в ловушку. Нет проблем. Дайте 5 минут. Слушаю. Пикар! Берчино говорит. Да, мой генерал. Не найдется пару свободных танков? Да, само собой. Подъезжаем, пусть поторопится. Черт, мы почти на месте. Где же войска? Танки до позиции, мой генерал. Туннель блокирован. 4 минуты 30 секунд. Вы бесподобны, генерал. Всем пристегнуться. По-моему, нам пора тормозить. Хочешь, чтобы нас пристрелили, как кроликов? Нет, но таранить танк я тоже не хочу. Даниэль, раз Петра здесь, я хотел бы побыть с ней перед смертью. Не волнуйся, я везу вас в рай. Не надо в рай. Мне на земле уютнее. Аллилуйя! 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 Опять ты меня напугал. Привыкай доверять профессионалу. Корео, сварашио. Ионда, защити вы на унтежине, а то это... Господин министр приглашает вас в Японию личным водителем. Спасибо, но чуть позже. А сейчас мне бы хотелось возвратиться домой. Ты прав, Даниэль. Пора домой. Куда вас подвезти?